первые дни Нового года в работе объектов ЖКХ и топливно-энергетического комплекса был зафиксирован ряд технологических нарушений. Их удалось оперативно устранить, заявил руководитель профильного департамента на совещании в администрации области. 7 января в 8 часов вечера в селе Ильинское Хотанецкого района из-за выхода из строя линии 0,4 кВт произошло отключение электроэнергии. Все работы были завершены по электроснабжению и восстановлению в течение 2 часов. Из-за порыва сетей в 2 многоквартирных домах по улице Московская были зафиксированы перебои в поставке холодного водоснабжения. В 17:40 водоснабжение было восстановлено в тот же день. Губернатор поручил профильному департаменту продолжить ежедневный контроль за прохождением отопительного периода. Главе администрации города Орла он рекомендовал обеспечить соблюдение графиков уборки от снега улиц частного сектора и проездов к дворам. Работу нужно синхронизировать и по работе городских служб, и по работе частных компаний, которые занимаются как содержанием придомовой территории, так и содержанием самих домов. Максимально жестко на контроле мы в том году проходили с вами через штрафные санкции. Кто в этом году не понимает, ровно таким же подходом. Предупреждение и, не задумываясь, дальше уже штрафовать.